Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Redmir, второй сервер, все как всегда. И да, по превью и по названию ролика вы правильно поняли, мы купили сегодня Чирон и кое-что с ним сделали. Вы, конечно, уже можете догадываться, что мы начинаем. Также перед началом данного ролика хотел сказать, что этот ролик еще записан до летнего обновления, которое вышло буквально пару дней назад. Поэтому здесь старые цены еще на автомобили, вы не осуждайте. Вот. Также не забывайте вводить мой промокод при регистрации, который находится в описании ролика. И при достижении третьего уровня получать 20 тысяч долларов. Все, я вас не задерживаю, мы начинаем. Сука, мне не хватает, Димон, блядь! У меня лям 85 на руках и еще сейчас... Сейчас я сниму, подожди. 945, снять со счета 945, это чё комиссия? Сколько у тебя всего, блядь? Снять со счета 5200. Сколько тебе не хватает, блядь? 80, он ровно 2100? 2110. Бля, у меня 220. Иц, скажи свой. 80-й, давай, давай, по-бырому. Пацантами отдашь, нахуй. Благодарю, окей. Блядь, недостаточно... Нет, сука! В смысле недостаточно? Блядь, мне надо косарь. 99448. Хватит. Все, снял, нахуй. 19 тысяч остается, бля, а что у меня такое? Блядь, стоит еще. У меня бег медленный. Во, забирай, чирик. Забирай. 2109. Оп, enter. Радар, страбов и звукового нету. Три владельца, посрать, погнали. Ебой. Ну, забрал? Да, охуеть. За 2100, блядь, вот это самая дорогая покупка просто. Пипец. А ты видео записал? Подожди, я хоть звук, да, записал. Ты чё так? Я думал, двухцветный будет красивый. Обнуляешь владельцев и продаешь. Вау. Пацан еще не знает, что у меня еще три хурика и один КТР есть. Я его, наверное, ну, продам и куплю себе обычный чирик именно на СГУ. Ой, фу, блядь, какой СГУ? Ебанько, блядь. На шторе? На шторе. Ебать, я сейчас зашел, сам охуел, тебе сразу звоню, блядь. Да, блядь, что-то ты сегодня хорошо заходишь, утром ГТР увидел, хураканы. Прикол, тебя бы не было на сервере, ты бы уехал, а мне бабок не хватило. Вот это бы, блядь, было бы 100 тысяч. 400, блядь, на 95-м. Блядь! Голливудские фильмы, на. Это форсаж, понял? Слетело это на Лубане. Да. Я хотел купить себе номер, но мне осталось 9948 рублей. Сейчас доделаешь его в ФТ, да и все. Бля, говно. Что? Смотри, как фары включаются. Ну, блядь. Пиздец, не сиди, не блядь. Посмотри, что по цвету, может, смена есть там. Цвет глянец, ток. Бля, походу я хуй купил. Ты на нем все равно навалишься. Ну, сотку, ну, наверное, сотку смогу. 150, сотка, блядь. Спокойно. Сразу блядь, его блядь. И в красно-черный сделаю. Я как раз гелик посмотрел. Окей, винила, нету смены. Покраска обычная, да. Ну, говно цвет, а я хочу... Подожди, а можно доп цвет? Кузов, интерьер, колесные диски, дымшин. Бля, это походу этот доп... А, вот, цвет, а цвет 2. А, вот, можно, все. Я думаю, красно-черный это просто залог успеха. Оска. А если был матовый, бля... Бля, надо было посмотреть, хромовый, офигенно смотрит. Да, кстати, хромовый, слив. Да. Офигенный. Просто офигенный хромовый. Матовый такой, говно. Глянец тоже неплохо смотрится. Диски надо сделать черными. Косарь, диски стоит покрасить. Да 9 всего. Пиздец, у меня уже 8500. Пиша еще в пятерок этот. Старабы там радар поставь. Пушка, да? А то жрет бензин, я ебу. Ну, хотел бы, блядь, 16. Тебе заправка своя личная нужна, блядь, чтобы сзади каталась. Стробоскопы стоят? Страбы, блядь, нет. 500. Там нету радара, страбов и звука. Стробоскопы 500. Полицейский сигнал. Клоунский 500. Пневмогудок. Сигнал поезда хочу. Заглушка РБ. Тоже не стоит. Да нафиг она тебе? Ладно, не буду. Шторку поставить. Бесключевой. А, да. Пневмо, клоунский, радар-детектор 2500. Чё это мне выходит? 3500. Бля, впервые, кстати, покупаю этот тюнинг. А есть внешка? Бля, здесь есть внешка, внешний тюнинг. Чё почём? А передний бампер Bugatti Sport. А в чем разница? Там это губа добавляет. Сзади, я понял. Если сзади, сзади меняется этот... сзади Фу. Меняется... выхлоп. Ну, Вот смотри, сзади выхлоп. Ну, давай. А чё подсветка, кстати, появилась? Другие фонари или чё? Решетка радиатора, Black. Бля, ну так-то вообще сочно. 65 тысяч.
А Бугатти Спорт. А, да, на карбоновой становится. Хуй так, короче. За 120 тысяч. Сзади бампер 140. Black, это херня 65. Внизу под дверью там, короче, черная херня появляется. А, короче, полоса становится да, черной. За 120 тысяч. За 120 покрасить да. полоску? Да, офигеть. Просто офигеть. На GTR сегодня утром поставил. Теперь ставлю сюда. Уже снял, блядь. Заебись. 100 литров бак. Ты готов? Да подожди, GTR на БУ стоит. Да пофиг. Три ляма ГОСКа, ты готов знать, за сколько я его могу слить? Давай. Лям 811. Ебанет. А я купил, получается, на 300 тысяч дороже. Также, пацаны, хочу напомнить, если вы не играли на этом сервере, я хочу напомнить, это Redmir 2 сервер. Заходите, регистрируйтесь, и при регистрации вводите мой промокод. Он будет в описании ролика, вот так он выглядит. Чё? Где промокод, не понял. А, вот, реферальная система, вот. Вот так он выглядит, и при достижении 3-го уровня вы получите 20 тысяч. Вот. 2-й раз, Димон, 2-й раз. Нормально. Чё, Семёныч, или, как я там говорил, Петрович? Не ожидал меня увидеть? То на геликах, на хуриках проезжаю, теперь на чирике, да? Поднялся, дорогой, поднялся. Все, первый владелец Чирик. Буду говорить, что ФТ. Зашибись. Не, охрененный, да? Поехали, кстати, посмотрим в автосалон, что почем. Заходим, короче, на... Хотел сказать, на БУ. А, скоро я диву куплю, пацаны, я думаю. 565 максималка на сотом. Расход топлива большой. А, у меня на Чирике тоже, получается, большой. Да, Чирик у меня едет 520, а СС едет 540. Чтоб ты понимал, у меня Чирик... В рублях 28,5 тысяч рублей. Не, ну смотри, ну ему вообще конкурентов нету. Типа за ляма Гера на ей 480. Хури, этот хури. Почему хочу сказать хури? Чирик 520. А Макларен 470. Ну да, Макларен стоит раз в 5 дешевле, чем Чирик. Просто, пацаны, для интереса мы решили проверить, сколько же комиссия. Я думаю, 10-15 тысяч. 35! Еба! Не, иди сюда, куда убежал? Куда убежал? Иди сюда. А, ты хочешь посмотреть? Еще с деньгами, сколько, Самая быстрая продажа Чирона? Я уже, походу, его продал. Я-то вас был, обнулил, который обнулили, блядь. Покрасил, затюнил. Скинули пробег, блядь. Не, ну я его отдаю слишком дешево, мне кажется. 2,3? Да, 2,265. Ну, я чисто на налог скинул. Сейчас сниму. Снять. Еще косарь ушел, давай. 2,270. 52 тысячи налога, ёб***. 2,260. Погнали. 2,260, Мэвис, продаю тебе Чирон. Подтверждаем. Все, 2,200 у меня. Подожди, а сколько я заработал с этого Чира? Подожди. 600. 2,260. Отнимем. А, 150, блядь. 2,109, 151 тысяча, еще я потратил около 7 тысяч. Какой 7 тысяч, да? Ну, на покраску, на внешний, ну ладно, 5. 145 тысяч, и 120 я отдаю тебе? Охуеть, 25 тысяч? Вот это заработал, бля. Пипец. А еще на хуриках еще заработаешь? Вот это заработал целых 20 тысяч, ё-моё. А можно бы мне было как-то заработать 20 тысяч не таким рискованным способом? 120 тысяч. Блять, изи бабки. А, мне еще 120 тысяч, еще с меня налог снял. Ну, поехали. Как заработал? 26 тысяч я обменял просто на 100 кредитов. Бля, выгодный курс. С одной стороны выгодный курс, а с другой стороны... Хотя нет. А, хотя... Бля, да, я думал, там на Чирике заработаю ляма, там, 2... Ой, говори, ляма, 2. 1200. А, да? Да, а его не третий? Да, да. Ну, вот такой вот видос вышел. Купили Чирик, протюнили, офигели от комиссии, продали и заработали. Конечно, заработали фигню. Надеюсь, в следующий раз нам попадется какой-то годный Чирик на БУ. Либо кто-то предложит нам по низу рынка. Если у вас, конечно, есть тачки по низу рынка, можете мне писать в ВК. Я всем отвечаю. Вот. Ну, с тобой был Эван. Поставь лайкос,
напиши комментарий, чтобы продвинуть этот ролик в топ. Также не забывай про подписку и колокольчик, ведь очень много людей забывают о моих видосах, они просто теряются среди других ютуберов, вот. Так что колокольчик обязательно нажимай и подписывайся, чтобы не пропустить. Ну, с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока-пока.